Как можно быстрее добираемся до точки. Ставим турели. Это место просто идеально, почти любой заходящий на точку противник будет уничтожен. Ваше преимущество невероятно, 7 метра – это лучший герой на этой карте. Но, к сожалению, ваши тиммейты могут не понимать этих простых вещей, и вам придется упрашивать их телепортироваться на точку, а не типа мосту, где их могут застрелить или выкинуть с обрыва. Далее вам придется просить союзников оставаться на точке, чтобы файт шел именно там, где установлены турели. Да, это может потребовать некоторого красноречия. Это одна из самых легко обороняемых карт в игре. Если вы и можете потерять точку, то только когда враги сдадут ульты. Так что вы можете ставить турели и в других местах, а не только на точке. Эти турели помогут вам как можно раньше накопить ульту и встретить противника. Если противник атакует вас из этого прохода, то он полный идиот. Здесь турели максимально эффективны. Просто не атакуйте отсюда, серьезно. Люди любят брать фару против симметра на этой карте. Но они просто не понимают, что делают. Фара не контрит здесь симметру. Обезьяна сама по себе тоже не может законтрить симметру на этой карте. Фара и Уинстон вместе тоже не контрит симметру. Даже не пытайтесь. Некоторые особо умные фары могут незаметно влететь в точку снизу и сдать ульту вам в спину. Будьте всегда настороже и не пожалейте турель другую для защиты тыла, и держите наготове ульту. Кинуть турель в форточку во время тифайти на поинте – хорошая идея, но не тратьте все турели сразу.